как бы чародейство магикс. Это первый класс, но может как архимагикс его тень там достигать. Архидруида. Вот предводительница. Она как герой, вообще как магикс. Она даже не маг такой. Ну как маг, такой маг. То есть универсальный маг. А по уровню, как, например, мини-Изенгард. В общем, где-то как тень Сарумана. А Саруман это как Сурма, это как просто название мага-навигатора. Сурман. Саруман, а то Саурум, как Саурон. Чем Саурман. Магик, как клерик, который там. Класс Майс 1-3, а класс Мага это класс 2. А тень может быть и 4. А 4 это чародей. То есть, чтобы уж так на свет оставить, непонятно тот. Маг, архимаг, там магистр. Магистр это за уровень чародея. Но чародей это как отдельное, как боевой маг. Вот он мах, если у него класс 2, а тень 4, и будет человек. В зависимости от расы, кто предназначен, собственно. Эльфы там более предназначены. Но люди там умеренные, потому что они там как эльфы. Остальные там менее. Ну все вообще там как считается, как волшебство, но как такого магия у них. Совсем иное. Колдун этот. Ну, то есть на света все непонятно, кто там еще. Кто тут, не знаю, Арчон был белый. А если по типа темной среде, то теневой стороне, так сказать. От того же мага. Сначала идет темный клирик, ну, то есть, а клирик-то он не темный, он ученый. Не темный. Ну то есть не темный. Кого называть, кто не умеет. То есть он там по учености, по знаниям, уровне. Тоже тень из Ингарда. Тень. Саурон. Ну что с Сауроном как полководец, повелитель. Оверлорд. В общем, как и Зингар, но как Оверлорд. Очень другое, совсем смысл. А как маг, как архимаг, где-то Саурман. Ну, на уровне Саурона достигал, только Саурон был как воитель. Еще не тень из-за этого. Кто основал Орду, Орду, мир, один из основателей зверь, и все там породе парни, ну может нет, те, которые третий несколько, тех Майя, наверное, ну это Властелин, Колец, ну потусторонний Сатан, на самом деле. Так вот этот маг класс 2, а темный маг класс 3, поэтому клерик, который на первом классе висит, а когда на тени у него 3, я называю темный, ну темный клерик, то он умеет себя, что он, помню, как темный маг. Класс 3 у него. И сила магии 3 где-то.
А 4 это уже боевые, типа. Черный маг, как черный дракон. А его если темному магу соответствует не белый маг, а архимаг. Белый маг это то же самое, что темный клирик, а белый маг это светлый. Свет маг, который тень архимаг. Тень, только тень, как Сандер. Он белый маг. Предводитель. Раз сверху. Этот. Черный маг. А на другой стороне находится магистр. Чародей. А что? А чародей это... Да, он тоже как магистр. Магистр это есть как магистр, а он чародей это... По сути, боевой маг, который обладает чарами. Ну, и вообще он энчантик. Симпонинг. В переводах Икита. Это энчантик зачарования. Ему зачаровывает. Вообще, ну, чародей это сорсер. А выше там... Выше... Только... На теневой стороне это колдун. Все выше черного маха это колдун. Пятое. А с той стороны света никто не. Типа одни говорят, что это спящий там еще. Или спящий выше. Даже в руке. Выше только там уже астралы. Там. А спящий выше астралы. Он спит. И там. То есть он может там спит, а тут нет. То есть белый маг, маг потом. Потом архимаг. Тоже светлый маг, но это светлая сторона. И вроде магистр. Но архимаг это... Уровень только темного, черного магистра, чародеев там, колдуна. А, ну, колдун это и есть варвар, то есть на той стороне, с этой стороны это визард. Ну, визард это на самом деле те же самые варвары, это же танцы, подвал, магия подвала, подземелье, чтоб там какие-то летающие деньги. Чародей меньше там нет. Со своими этими чарами. Разные варвары, гравон. Ну а визард это... Визард это светлый круг. Вот этих варваров. Колумбов. Ходят. То есть как... Следят за то, что там говорят. Никто там... Не прикрутил это. Много на себя не перебирал. На беспредел меня. Кто грабит город. Ну, то есть если он просто грабит, один человек. Это бесчинство кого-то. Кто присылает свой визор, он может с Магиксом подлететь. Если у него пару Магиксов, то они там... То он может... Он же выше классный, чем вчера. И они тут... Вправлюсь быстро. Ну чародей там может как и боевой, наверное, большой. Если перед против колдуновой или колдуна. Не хочется, потому что колдун. Не потому что, потому может забыть там богу. Колдуна там друг. Ну другие если посмотреть там. Зверело. Ну, нашли ты визор, да, вот. Не бесчисленный. У нас остался тот. У нас, а вот, древний.